Во времена пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, один немощный старик совершал таваф, обход вокруг Каабы. Но он был настолько немощным, что с обеих сторон его поддерживали два сына. Конечно же, в наше время, если мы видим такую ситуацию, о, скажем, машаллах, машаллах. Но пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, не сказал машаллах. Он строго сказал: «Инна Аллаха лаганийюн ан та'дзиби хаза нафса». Свод хадис аль-Бухари. Что он сказал? Поистине Аллах, Бог Господь, абсолютно не нуждается в том, чтобы этот человек мучил себя.